Привет, вы на канале Девайсы, и сегодня на обзоре материнская плата ASRock Z690PG Riptide. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Дизайн Phantom Gaming разработан геймерами для геймеров. За неотразимой внешностью находится множество функций для геймеров и передовые геймерские возможности. Плата базируется на чипсете Intel Z690 и совместима с процессорами 12-го поколения для сокета LGA1700. Максимальный объем памяти DDR4 – 128 ГБ. Надежные компоненты и абсолютно стабильная подача питания на CPU. Кроме того, за счет сниженных температур повышается производительность, что важно для продвинутых геймеров. Шестислойная печатная плата обеспечивает стабильное прохождение сигнала и мощности, обеспечивая более низкую температуру и более высокую энергоэффективность при разгоне памяти. Таким образом, она способна поддерживать новейшие модули памяти с максимальной производительностью. По сравнению с обычными дросселями, передовые дроссели ASRock втрое быстрее генерируют ток насыщения, улучшая показатели VCore на материнской плате. Интерфейс PCI-Express 4.0 для M2. Эта материнская плата поддерживает установку нескольких накопителей M2, один из которых может работать по интерфейсу следующего поколения PCI-Express 4.0, который работает вдвое быстрее предыдущего третьего поколения и отличается высочайшей скоростью передачи данных до 64 гигабит в секунду. Установленные в них твердотельные накопители обеспечат ускоренную загрузку операционной системы и приложений. PCI-Express 5.0 по сравнению с обычными разъемами PCI-Express типа DIP, разъемы типа PCI-Express SMT улучшают проходимость сигнала и повышают стабильность при высоких скоростях, что является критически важным для стандарта PCI-Express 5.0. Новейший интерфейс PCI-Express 5.0 развивает ошеломляющую скорость до 128 гигабит в секунду, что соответствует потенциалу будущих видеокарт класса high-end. Контроллер Killer E3100 Ethernet со скоростью 2,5 гигабита в секунду разработан специально для продвинутых геймеров и пользователей, стремящихся к производительности. Усовершенствованный механизм обнаружения и определения приоритетов обеспечивает непревзойденный сетевой опыт для игровых и мультимедийных приложений. Аудиосистема Nahimic. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией. Polychrom RGB – эта материнская плата оснащена четырьмя регулируемыми разъемами RGB, которые позволяют подключать материнскую плату к совместимым светодиодным устройствам, таким как диодные ленты, вентиляторы процессора, кулеры, шасси и так далее. Пользователи также могут синхронизировать светодиодные устройства RGB с аксессуарами, сертифицированными Polychrom RGB Sync, для создания собственных уникальных световых эффектов. Разъемы питания. 8- и 4-контактные разъемы питания подключают 12-вольтную шину блока питания непосредственно к процессору. Благодаря использованию цельных, а не полых контактов, они способны проводить ток большей силы, чем обычные. С высокопроизводительными компьютерами, как правило, используется большое число периферийных устройств, и данная материнская плата предлагает для них множество портов USB, в том числе стандарта USB 3.2 Gen 2 на 2 Type-C. Игровые порты Lightning предназначен для продвинутых геймеров и энтузиастов. Игровые порты Lightning представлены двумя разъемами USD-контроллера, которые помогают геймерам подключать высокоскоростные мыши и клавиатуру с меньшим уровнем шума и задержки. Диагностическая функция LED-индикаторов помогает выявить источник неполадок в процессе загрузки компьютера, используя светодиодный индикатор питания. С помощью клавиши BIOS Flashback можно обновить прошивку платы даже без установленного процессора. Необходимо только подключить питание к устройству и вставить в специальный USB-порт флешку с файлом BIOS. За звук в данной материнке отвечает контроллер Realtek ALC897, который позволяет подключить 7-одноканальную систему с частотой дискретизации до 192 кГц.
ASRock Polychrome Sync. ASRock Polychrome RGB предназначена для создания стильного персонализированного освещения для каждого пользователя. Помимо настройки цвета, фона, светового эффекта и узора на материнской плате, вы можете делать больше с функцией ASRock Polychrome Sync, позволяющей вашей памяти, корпусу, вентилятору, кулеру и другим компонентам синхронизироваться вместе для создания чудесного и красочного светового эффекта. Phantom Gaming Turing. Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение Phantom Gaming Turing, в состав которого входит множество полезных утилит. Killer Control Center – умный и высокопроизводительный инструмент, который помогает вам расставить приоритеты в отношении интернет-приложений, упростить вашу цифровую жизнь и справиться с большим количеством задач. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!